XX, с вами Беливикс. Сегодня я вам расскажу нечто интересное. Вы этого точно не знали. Ну, а если это вы знали, то, господи боже мой, да вы мастаки и профи. Я не стала бы делать такое видео, но совсем недавно, неделю назад примерно, ко мне приехала базовая Бани Бланк. И это меня жутко возмутило. Но возмутило не то, что приехала, а то, что заказывала куколку одну, а приехала другая. Ну подумаешь, Бани как Бани, скажете вы. Уже давно все поговаривают, что в силу далеко расположенных глазных яблок относительно переносицы зайчишка кажется косоватой или смотрящей в разные стороны. Однако это субъективное мнение. Ну, например, собачки породы пекинес или же кошечки сиамы имеют подобный трабл с глазами, и мы же не считаем их некрасивыми. Однако суть тут в другом. Передо мной перевыпуск базовой Бани Бланк. Сразу в глаза бросается разница в коробках. Я начала рассматривать куколок и обнаружила много различий. Однако до Бани я рассматривала перевыпуски других базовых кукол. Например, Рейвен, Мэдалин, Apple и других персонажей школы Ever After. Ну и собственно Бани окончательно сподвигла меня на съемки данного обзора. Перед тем, как вернуться к зайчишке, давайте поближе рассмотрим некоторых базовых куколок. В моей коллекции отобраны куклы только первой волны, и сейчас я вам покажу почему. Итак, по очереди. Возьмем Мэдалин Хэттер первого выпуска. У нее кудрявые волосы, а у до выпуска прямые. Непрокрашенный чайник и точки на перчатках. Мэдалин первой волны более похожа на мультяшного героя. Это все очень красиво сочетается и создается такой сумасшедший в хорошем смысле образ персонажа Мэдалин Хэттер. А когда волосы прямые и с другим милированием, то они выглядят как капли дождя, аж плакать хочется. Ну а что же касается королевского образа Рейвен Куин? Ну, Рейвен пострадала меньше. Есть отличия в молде и скинтоне. Про прошивку волос сказать ничего не могу. У Apple есть все аксессуары. Кольцо на руке, браслет и серьги. А у перевыпуска всего этого нет. Пряжки на туфельках не прокрашены золотым цветом и не сделали подчеркивающую деталь наряда в виде черной оборки на верхней части ее шикарного платья. Ну а главное-то, где колготки? А вот с Брайер Бьюти произошло много изменений. В перевыпуске у нее нет никаких украшений. Ни браслета, ни кольца, ни сережек. В перевыпуске глаза намного меньше, да еще они криво напечатаны. В прическе нет оригинального пучка волос в виде завитушки. Черная часть украшения на шее не раскрашена. На колготках отсутствует ажурная ветка розы. Так, а что же такого интересненького мы найдем у Лизи Хартс? Корона выполнена из простого желтого пластика. Не прокрашены инкрустированные детали короны. Жабо однотонного цвета без вкраплений малиновых оттенков, что придает объемный вид. На сумке и туфлях отсутствуют элементы так называемого золота. Нет кольца на пальце. Далее у нас CA Cupid, или же Купидон. Сережки у куклы отсутствуют, пояс просто черный. Наконечник у Лука не прокрашен, кольцо отсутствует. На обуви не прокрашено сердечко в розовый цвет. Так, ну а теперь у нас на очереди Блонди Локс. В одежде и в количестве аксессуаров изменений не обнаружено. Однако миловидность где-то была потеряна. Упрощена объемность челки, волнистость волос и немного изменился молд лица с глазами. А красной шапочке Сирис или Черес Худ досталось в следующем. Yes! Нет кольца и браслета. Ну и молд, конечно, пострадал. В лукошке не прокрашена крышечка. На сапогах не прокрашены нижние пряжки.
Итак, на очереди у нас деревяшка кедр или сидр вуд. Вуд. У куклы нет кольца, браслета, сережек, волосы не завиты. Обувь пострадала сильно, ее просто забыли покрасить. Ну а на гетрах отсутствуют розовые ленточки. Да и сами гетры сделаны на 0,5 сантиметра короче и из более грубого материала. Мол, лица почти не пострадал, однако на губках отсутствует перламутр. Следующий у нас мальчишка Декстер Чарминг. Я как не сильный знаток мужского пола могу сказать, что это катастрофа. Из коронованной особы его превратили в личность более низкого сословия, отняв у него брошь на лацкане пиджака, золотую цепь с карманными часами, ну и, конечно, гламурный шарфик. Рукава пиджака потеряли манжеты, да и рюкзак где-то потерялся в придачу. Но, видимо, посчитали, что рюкзак коронованной особе не нужен. Действительно. Ну а теперь, собственно, наша Банни Бланк. И первое, что бросается нам в глаза, это коробка. Коробка все так же большей части покрыта пластиком. Корешок книги стал тоненьким-тоненьким. Фон изменился на более красочный и сочный по цветам. Логотип Ever After High тоже преобразился из замочка в сердце, а Брук заполучила корону. Изменился и дневничок. Ну а теперь давайте рассмотрим саму куколку. К большому сожалению, челка криво подрезана. Лицо стало более круглым, скинтон более розовый. Также убрали розовый галстук, а ведь это немаловажная деталь ее гардероба. На сапогах не покрасили помпон белой краской, и тем самым образ зайца куда-то исчез. Вот такие вот два варианта. Причем эти куклы американской версии. Об изменениях в восточноевропейских версиях кукол, которые присутствуют в российских магазинах, мы можем только догадываться. Поэтому судите сами, какая лучше, и обязательно пишите в комментарии. А при заказе в любом интернет-магазине выясняйте, какую именно волну вы собираетесь купить. Иначе вам привезут совсем не то, что вы ожидали. Это касается не только Банни Бланк, но и других героев школы Ever After. И ни в коем случае не дайте себя обмануть. Кстати, скоро появятся перевыпуски базовой Розабеллы Бьюти и Дарлинг Чарминг. И если вам будет интересно посмотреть сравнительный обзор, то обязательно поставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки под видео и оставайтесь на связи. Ведь конкурсы и обзоры на новых кукол уже скоро. Всем пока!